Привет, привет, мои дорогие. Как ваши дела? Мира была таки пчелорым насосынгыз, иимсынгыз, бян иим тэшекер эдерэм. Наверное, похрустим Светогорье. У меня там просила девушка ссылочку, там, где я купила Краматорский. Я столько искала, вы знаете, просто я, наверное, удалила это все. К сожалению. Но как я их нашла, я вам даже могу сказать. Вы просто можете прогуглить. Правда, я прогуглила продажа мела Днепр. Да, я помню это. Днепр, либо какой-нибудь город там в Украине. Или просто продажа мела Украина. Напишите, пожалуйста, там должно быть. Мел.ок, что ли? Что-то наподобие этого. Вот точно не помню. Ну что, начнем. Так, пчелорам. Башьяла. Так, это у нас Светогорье. Айдер, хай, Светогорье. Сахарные кусочки. Структура, как у Краматорского. О-о! Сейчас, секундочку. Структура такая же. Помытый, побеленный подъезд. Они чем дольше полежали, тем вкуснее стали. Вкус насыщенный. Я же заказывала в прошлом году в июне. Угу.
Такой вкусный. Вкус вот этот, мой любимый. Побелка, как я люблю.